Всем привет! Нашли мы такую новую коллекцию, заказали. Это у нас Майнкрафт, фирма QS08, модель 44028. Достаточно хорошая коробка, большая. И у нас, как заявлено, 4 штуки. То есть можно даже 5 героев, 6 получается. Но мы у нас пока один, заказали еще один. Здесь у нас один персонаж и такая вот цветочная конструкция. Здесь домики будут, какая-то типа шахты или не знаю, что это такое. В комплекте инструкция, хорошо, что не на коробке. И это все стоит около $3. Инструкция достаточно понятная, цветами указаны новыми цвета, что надо поставить. Ребенок, в принципе, справляется. В принципе, не сложно. Ну, здесь, как я понял, это огонь какой-то, костер. Такие ступенечки и вот такое вот красивое дерево. Все детали неплохие, хорошие, можно сказать. И не воняет ничего. И сам персонаж у него, это, наверное, скорее всего, мотыга. Да, не кирка, это мотыга. И такой достаточно прикольный персонаж. У нас их уже... Можно сказать, из-за персонажей и покупаем. Сейчас куда-то делись. Эти надо в другое место переставить. Штук 10 есть. Ребенок играет им постоянно. И вот 2. Еще свинюшка есть из какого-то набора. Количество деталей не указано, но в принципе их не так много. Но все же есть. Можно для чего-нибудь другого использовать. Спасибо за просмотр. Потом, наверное, когда вот если здесь 6 их, соберу, может быть, всю коллекцию, ну, композицию такую, и уже сниму отдельное видео, когда все будут вместе. Спасибо за просмотр, комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы. По возможности отвечу. Пока-пока.